Хо-хо-хо. Пусть этот год, в который мы вступаем, прекрасной сказкой в жизнь нашу войдет. И все, что мы сегодня пожелаем, пусть сбудется и пусть произойдет. Я желаю всем мальчикам и девочкам безопасного Нового года, чтобы в новом году все были здоровыми, счастливыми. Ну и кроме того, чтобы они были еще и законопослушными. Я хочу, чтобы Новый год был безопасным, чтобы каждый вел себя хорошо. Ну, а почему мы делаем такой акцент на безопасности, вы узнаете прямо сейчас, когда наш гость перевоплотится в прямом эфире. Да? Дед Мороз иногда даже на людях снимает бороду. А у нас в гостях сегодня Андрей Троцевский, старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым. И все дело в том, что... Андрей, я думаю, вы сами расскажете, почему вы пришли к нам сегодня в таком костюме. Да. Необычайное одеяние и вот да. Такое самое, сказать, яркое перевоплощение в этом году. Да. Доброе утро. Необычное. Доброе утро. Необычная ситуация для сотрудников органов внутренних дел, когда им приходится в преддверии Нового года выступать в качестве праздничных волшебников. Да, вы знаете, вам идет. Спасибо, спасибо. Ну, речь идет о проведении акции «Полицейский Дед Мороз». Mm-hmm. Это социальный проект, который был задуман центральным аппаратом МВД России. То есть речь идет о том, что это не чисто крымское такое ноу-хау. На всероссийском уровне проводится социальная акция, направленная на то, чтобы довести до молодых сограждан правила безопасного поведения, какие-то базовые принципы поведения в общественных местах, как правильно вести себя с незнакомцами, как правильно маленьким детишкам вести себя дома, когда родителей нет. Угу. Ну и, разумеется, до взрослых мальчиков и девочек мы тоже доводим информацию, как не попасть в неприятности, как правильно себя вести, чтобы не было проблем с законом. А к сути этой акции я правильно понимаю, что перед детьми появляется не сотрудник, да, там, допустим, правоохранительных органов, а Дедушка Мороз, который вот вещает? Или правильно? Это только у нас такое? Ну, да. На самом деле... Во все детские и различные социальные учреждения, которые в том числе являются подшефными учреждениями системы МВД России, приходят вот такие добрые волшебники. Задача как раз состоит в том, чтобы в простой, игровой, неназидательной форме научить детей, ну, определенным базовым каким-то правилам. То есть речь как раз идет о том, чтобы не читать нотации. Это все делается в игровой форме. Чтобы легко воспринималось. Чтобы легко воспринималось. Более того, я даже принес с собой несколько вот таких листовочек, которые у нас, буклеты, листовки, которые мы раздаем детишкам. Ну и, собственно, здесь основные как раз Разрешите вехи. Разрешите посмотреть? Да. Я не детишка, но мне интересно. Оно яркое, интересно. Хорошо, что в цвете и... Ой, даже так начинается творчески. Я расскажу, я про зачитаю немножко. Только тебе я расскажу магические правила и волшебные заклинания, которые помогут защитить себя. Но вот давайте вы расскажете нам те самые правила, о которых вы проговариваете в первую очередь. Ну, во-первых, если речь вести о детях, то понятно, что нужно им вот в такой игровой форме довести какие-то базовые принципы, во-первых, поведения с незнакомцами, о том, что mm-hmm. нельзя там ни у знакомых дяди, тети брать конфетку, предположим, mm-hmm. нельзя садиться в автомобиль, да, как правильно вести себя где-то в общественных местах, как правильно вести себя с пиротехникой. То есть речь идет о всех аспектах безопасного поведения. Но, разумеется, все то, что входит в компетенцию органов внутренних дел. Что говорите тем, кто постарше? Ну, разумеется, для тех, кто постарше, там другие немножко правила игры, но, тем не менее, от любого вот такого доброго волшебника Деда Мороза любой взрослый должен услышать о том, что нельзя злоупотреблять алкоголем в ходе этих праздников, о том, что нужно защитить свой дом от возможных каких-то, ну, скажем так, неприятностей, связанных с квартирными кражами, потому что люди очень часто уезжают на праздничные дни. Советы даются автовладельцам, как обезопасить свой транспорт. Даются советы по поводу карманных краж, чтобы увеличивается избежать количество, да, перед Новым годом? Да, то есть очевидно, что в те дни, когда идет большой поток покупателей в магазины, карманники активизируются мошенники. То есть довольно большой спектр тех противоправных посягательств, которые типичны для большого скопления людей. Именно поэтому нам важно вот в такой шутливой отчасти форме, но в то же время
строго довести до людей эти все правила. Мне кажется, это самый оптимальный вариант подачи этой информации. Спасибо большое, что именно в таком образе вы пришли к нам в студии и что вы пришли к нам вообще сегодня. Мы были очень рады вас видеть. Я напомню, что у нас в гостях был Андрей Трацевский, старший инспектор отдела информации и общественной связи МВД по Республике Крым. Спасибо вам огромное, что рассказали об этой акции, что проводите ее.